Дабстеп еще продолжается. Титаник Эфорт, а, все-таки да. Ух ты, посмотри. Нет, это говно. Нам нужны мотоциклы. Где наши мотоциклы? Нам нужно... А, вот тут есть машины. Окей. Так. Давай, садись, мы просто спрыгнем. Нет, нет, you're blocking your pass. Чё? Эй, не бей меня, я тут пытаюсь... Хватит это делать! Что здесь? Я только захожу внутрь. Ты думаешь, что это мне чем-то навредит? Ладно, держи. А, я знаю, что тебе может не понравиться. Я нападаю на этот дом и захватываю его! Так, подлети поближе, пожалуйста. Подлети куда-нибудь сюда. Эй, давай. Но, нет, нет, может быть, нет. Нет. Чё, я думал, она отключит твою электронику. Чё она не отключает? Я думал, как в хау будет, ты сейчас только полетишь вниз с отключенной электроникой, а нихера. Нихера подобного, что-то не происходит. Сейчас я поближе подлечу. Ладно, я внутри. Мою электронику это вырубило. Но я у тебя на крыше просто. Аккуратнее. Мои сиськи. Мои сиськи трясутся. А ты знаешь, как в трейлере... Давай я, короче, пока что поставлю миссию. Давай. Поехали. Сейчас бы какая-то катсцена. Я на двигатель, может, встану. Он горит у тебя, как в фильмах Джей Джей Абрамса. Hot girl. Hot girl down the plane. Я сейчас поймаю, погоди, сейчас. Сейчас летим. Я хотел на взлетную полосу, но ладно, уже поздно. О, блин, я пролетел. Эй. Эй, ты разбился. Привет. Да, я очень быстро пролетел вниз. А где сам вертолет, интересно? Что это стреляет? Извините, прошу прощения. Так. Пропуск. Простые ребята, которые не знают, с кем они связались. Ау! Хватит стрелять! Блин! А! Ты наверх поднимаешься? Да, я поднялся наверх, чтобы взять нормальный лет. О, она у тебя тут, кстати. Она как-то долетела сама, что ли? Она на крыше. Окей, я сейчас, я почти все. Да закрушайся, это уже не надо эту музыку кручать. Я бегу. Сейчас посмотришь, как она тут упала. Где, кстати, самолет? Я не могу пересядь. Блять, что? В это можно залезть? Ну, я не могу теперь взять ничего, поэтому, наверное, это наш единственный выход, чтобы отсюда лететь. Смотри, там еще кто-то стоит такой, знаешь, смотрит. Такой, ну, понятненько. Так, сейчас я к тебе залезаю. Чувак такой стоит и смотрит. Ну, окей. Может, у него шок был, знаешь, он прилетел, упал сюда. Парень, ты чё? Вау, я его взял. Это, помоги парню, помоги, иди, нужно справиться с его страхами. Давай, чуть опустись. Окей. Надо завершить это все. Все, я стою наверху. Я даже не вижу, как... Окей. О, у меня что-то... У меня все вылетело. О, черт. А ты у меня был на крыше. У тебя все вылетело совсем? Да, прям игра так... Это все изодрели. Теперь все! Да, все, теперь настоящий. Так. Окей. Мы снова тут, мы снова с вами. Играем. И прыгаем в воду. Как твое настроение? Как после того, как мы и улетели. Давай тогда, возьми какую-нибудь. А ты можешь, допустим, машину взять отсюда? Я могу круче взять что-нибудь. Ну, не самолет. Давай попробуем, не самолет. Не самолет, а что ты хочешь? Смотри, у меня есть... Я чё, покупал пак ведьмы? Думаешь, он будет здесь работать? Наверное, нет. Сколько здесь DLC мне обойдутся? Наверняка по 100 тысяч 360... What the fuck? Я ведьма! Как стрелять? Я не могу стрелять. Бессмысленная хрень! Ты даже стрелять не знаешь. Зато тут можно поменять режим. Можно играть в квиддич. Можно играть в квиддич. Черт, она это говно неуправляемо, серьезно. Гребаный Хогвартс, я пойду посмотрю, что я там могу. Так, я сейчас попробую долететь. Вау, окей. Я хоть над домом, я над домом. О, черт. Фейсплант. Здесь можно брать только летающие средства, окей. Снизу есть еще один гараж, по-моему. Если мне не изменяет память. Я тут, я снова с тобой.
Давай возьму нам веселую ерунду. Одну. Давай. Смотри теперь, где я. Кстати, а у меня есть черный. Тоже силсишный. Я причем не помню, с каким DLC он мне шел. Смотри, где я теперь. Я не вижу тебя. Да? Так. Я слышу, как кто-то кричит, это ты. Это я. Эй! Прикольно, ты так можешь, окей. Ладно. Уходим, уходим, уходим. Полиция дошла слава. Это судья Дред. У тебя же тоже есть пулемет? Да. Ну поехали на миссию туда какую-нибудь. Давай тогда выбирай. Я пока лечу и выбираю миссию, пока не долетел. Ой, до остальной. Смотри, 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 я на столбе. Кинзи, давай выполним. Ней! Я на столбе. Кстати, я стой. Смотри на меня, я буду пролетать мимо тебя. Стой. Ты меня видишь? Нет, да, вижу. Я такой, эй, она сама так сделала, кстати. Я не знаю почему. Я даже ничего не жал. Ладно, летим на миссию. Давай. Нужно отправиться в аэропорт. Не, я люблю эту штуку. Вот я из-за этой штуки всякую херню выгоречью собирал какое-то время. Чтобы тупо полетать. Что можно. Ты можно так низко летать, что просто утонуть можно, вот. Как я. Я утонул. Ты утонул? Я врезался все в этот. Сейчас я к тебе прилечу. Мост и утонул. Я телепортировался на сушу в итоге. Так, ладно. Ну, чувачок играет на гитарке. И протягивает мне руку, типа, дай мне. Кто кричит? Ты? Да ты? Окей! Ты смотри, садился ты куда? Ты видишь это дерьмо? Смотри, сколько... Я такой, окей, сейчас возьму тебя, брат. Все, уходим отсюда. Зачем уходить отсюда? Ты сейчас начнешь какой-нибудь челлендж, видимо. У меня даже... А, у меня есть дилда. Ребят, вы попали не на ту девушку. Че ты берешь заложника? Ты че? Ой, меня сейчас убьют. Я в это время падал тут и сфотографировался. Так, эй, чуваки. Че? Дядя, куда ты? Куда ты? Ну вот, все отлично. Не знаю, секунд. Я не тороплюсь. Ты, кстати, гитарка что-то делает. Че ты делаешь гитарка? Не знаю, я поиграл. Да. Вау! Эй, привет! Дали даже за то, что. Да. Я покруче. О, черт. Ай! Черт, это был ты. Окей. Спасибо. Так. Ну хорошо, хоть тебя в мясо не развивает. Так, смотри, я могу в это се. Это, кажется, тот, кто на гитаре играл. Ладно, все, нам надо валить отсюда. Уходим, 2 километра. Уходим. Можно, кстати, купить что-то. Let's pretend магазин называется. Вот. Давай притворимся. Да. Ну посмотрим, чем мы можем там притвориться. Особенно. А, нет, это. А, я могу! Это не магазин. Это же это сборище тех придурков. Я иду. Да, туда нельзя зайти, в том-то и дело. Я должен вот тебя расстроить. Сейчас, я на крышу сяду. Одну секундочку. А, давай, слезай. Вчера у тебя там дабстеп играет. У меня нет. Как тут менять радиостанцию? Да, поехали. Окей, я еду. Встань на руки. Нажми Y. Или как... Вот, ооо. Жаль, у тебя физики нету, да. Но у тебя видно, что ты стоишь на руках. Но ты как будто прилип просто руками. А, я понял. Но это хотя бы это сделали. Я не понимаю, конечно, почему они это не синхронизировали. Нитро! Но, надеюсь, в четвертой части это будет. Хотя, когда это четвертая часть, непонятно. Ну, на знаешь, самом деле, это немного тяжело кстати, держать. Смотри, нет, тут нет, мост. Нет! Ты еще жив? О, черт! Окей, это эти... Боже. Я не удивлен, что ты слетел, когда мы перешли. Почему я это говно не записывал? Ну ладно, пойдем. Ой, а зачем ты заложника взял? Ты че? Тут можно внешность поменять. Я без этого придурка заложника убил. Ладно, пойдем. Нам нужна машина, возьмем у них. Давай. Кстати, фотографироваться можно, я пойду сфотографируюсь. Эй, бро, привет. Бра, давай. Хочешь фотографии, держи. На фоне других парней, которых убивают. Окей. И теперь я уничтожу свидетеля, который сфотографировал. Он держит старушку, не убей старушку. Какая старушка? Упади аккуратненько, главное, чтобы она не умерла. Какая старушка? О, я её... О! Это не старушка, это девушка простая. Грёбаные хипстеры, не отличишь их ни от кого. Иди сюда. О, мотоцикл. Поехали на мотоцикле.
Окей, поехали, я еду. У тебя вообще жизни нет? Да, я знаю, но я как не обращаю внимания на такие... Ой, чё, я чисто такие все. Я застрял в столбе. Я видел это говно. Так, стой, извините, девушка. Кажется, мы забираем эту машину. Ладно. Давай на перегонки опять. У меня, кстати, пробило колесо. Переднее. Ты на цикле поедешь на этом говяном? Да, на перегонки с тобой. Можешь встать, ты можешь встать. Не, там этот, катафалк, наверное, катафалк сет. Эй, это подходит к моему стилю игры. Останови его! Остановить! Козёл! Сука, иди ко мне! Он сейчас на мост, что ли, поедет? Хипстер опять. Капец, она какая-то супер нюк. Ты что? Блин, я хотел врезаться, хотел влететь, а врезался в столб. О, тут играет классическая музыка. А у меня играет какая-то музыка. И ты там еще, кстати, тут гробик есть внутри. Ладно, я поехал с Нитро. Там терминатор гребаный, поехали. Там пулемет его. Так. Ой, блин, меня колесо пробили. Но это, кажется, даже быстрее еду. Привет, катафалка. Нас не догонишь. Тормоз. О, черт. Не получилось. Эй, ты по встречке едешь? До. О, нет! Гробик вылетает, нет. Он как-то завис, кстати. Там внутри тела не было, кажется. О, вылетел. Он вылетел у тебя, у меня нет. Тебя нет? У меня все еще внутри лагает. Куда мы едем? Мы на стрелку едем. У тебя нет стрелки. Я ехал на стрелку, но ты куда-то не туда повернул. А, я горю! Нет, я умер. Еду. Единственный вариант, при котором я мог умереть, я так... Окей. Так лежу так. Я еду, погоди. С открытыми глазами. Вещи передай Филе. Прошу прощения, так. Извините, я подниму свою хоми. О, у них есть ракетница, смотри. Давай подберем. А почему она исчезла? Они меня в любом случае не выстрелят, я их парней держу. Смотри, видишь, они не стреляют. Эй, шлюшка, иди сюда. Эй! Так, ладно, они стреляют. Ладно, иди нахер отсюда. Сади скорее, или на крышу вставай, что делать хочешь? Давай скорее. Я встал на крышу, давай, едем. Погнали. О, черт. Черт. Я сейчас опять вставай, не отвлекайся, я залез. Скорее, он сейчас меня высадит. Давай, все, поехали. Ай, Держись. Это снайпер. Все продумали. Нам еще чуть-чуть осталось, всего, вон, мы уже приехали. Давай, езжай. Почти! Окей, я на голове поставил под конец.